Приближается летний сезон, и родители уже вовсю задумываются, как организовать детский отдых на долгожданных каникулах. Кто-то отправляет ребенка в деревню к бабушке, кто-то предпочитает сам заниматься организацией досуга подростка, а кто-то приобретает для него путевку в оздоровительный летний лагерь. С этого года в Тверской области детскому отдыху уделяется особое внимание. Главой региона была поставлена задача сделать отдых доступным, содержательным и разнообразным для всех детей Верхневолжья. Главной проблемой современных родителей является зависимость их детей от гаджетов, в которых они проводят большую часть времени. А для полноценного формирования растущего организма необходимо развиваться не только умственно, но и физически. Этому способствуют активные игры на свежем воздухе. А компания сверстников поможет наладить коммуникативные навыки, а также приобщить к общественно полезной работе. Концепция летнего лагеря отлично справляется с этой задачей. Сегодня подкидной. Завтра азартные игры, отвлечение от созидательного труда. Люди постарше, заставшие советские времена, часто с ностальгией вспоминают пионерские лагеря. Говорят, что они играли очень важную роль в воспитании детей. И сегодня заметны попытки государства в какой-то мере позаимствовать и возродить позитивные моменты из этого времени. А что об организованном коллективном отдыхе детей думают жители Твери, мы узнали у них самих. Как вы считаете, нужно ли отдавать детей в летний лагерь? Обязательно. Много лет отработала воспитателем в летнем лагере. Лучшего и не придумать. Конечно, я только за. Дети заняты, им весело, они общаются. Чудесно. Я не буду отдавать. Почему? Потому что я занимаюсь своим ребенком сама. Нужно. Вот для чего? Ну, для саморазвития. Для, как сказать, чтобы ребенок развивался, ему было не скучно. Ну, летом все равно какое-то развлечение должно быть у ребенка. Они там ходят везде. Ходят в кино, ходят туда-сюда, в бассейны. Нормально. Я отдавала свою внучку. Зачастую дети летом деградируют, и поэтому там могут помочь, хотя бы поддержать знания или дать какую-то новую базу. Я думаю, в этом есть смысл. Я думаю, что нет, потому что детям лучше дома с родителями. Потому что я в детстве не хотела, например, разделяться с ними, и все. Я бы предпочла остаться дома с ними. Больше развивать круг общения. То есть лагерь – это как такой дополнительный круг общения для детей. То есть с новыми друзьями познакомиться, там еще что-то. Большинство родителей считают, что отдых в летнем оздоровительном лагере – лучшее времяпрепровождение для детей во время каникул. Большое внимание этому уделяется и на уровне различных органов власти. В частности, губернатор Тверской области Игорь Рудени отметил, что… Это создание условий для воспитания детей и подростков на основе духовно-нравственных ценностей и традиций нашего народа, укрепление здоровья наших юных граждан, возможности для их самореализации и развития талантов, занятий спортом. Наша задача – создание современной модели детского отдыха, доступного для всех школьников региона, вне зависимости от места проживания и уровня доходов родителей. Особого внимания требуют дети в сложной жизненной ситуации и дети с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом улучшаются условия для комфортного детского отдыха. Разрабатывается сбалансированное питание, строятся новые корпуса и создаются интересные интерактивные программы, направленные на интеллектуальное и физическое развитие ребенка. Оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Какие газоны разбили? Водопровод? Телевизор? Газовая кухня, парники, цветники, мероприятия. В текущем году в Тверской области летней оздоровительной кампании планируется охватить свыше 67 тысяч детей, для которых откроется более 750 лагерей различного типа.